Эвакуатор Том. Эй, ребята, что в коробке? Это электромагнит? Как здорово! Упс! Эй, Рокки, собираешься в космос? Угу. Сегодня довольно ветрено, не так ли? Как думаешь, это не проблема? Ну хорошо. Хочешь, чтобы я сделал отсчет до старта? Хорошо. Три, два. Рокки, подожди. Рокки, ты можешь лететь вверх? Слишком ветрено. Ты в порядке, Рокки? Нам стоит позвать эвакуатора Тома. Эй, Том, ракета Рокки попал в аварию и застрял в стене здания. Ты поможешь ему? Он в порядке, просто его слегка потрепало. Малыш Том, ты привез что-нибудь, чем мы сможем его вытащить? Можешь нажать кнопку, малыш Том? Прекрасно. Его нужно привести в порядок. Что будем делать? Щипцы. Чудесная идея. По-моему, неплохо получается, но голова Рокки сильно погнута. Как нам все исправить? Молоток, ну конечно! Как новенький! Молодчина, Том! У тебя есть что-нибудь для Рокки? Рокки, ты не мог бы отправиться в гараж к Тому? Мне кажется, уже можно лететь. Ух ты, это действительно потрясающе! Эти крылья помогут тебе летать более стабильно в ветреную погоду. Готов ко взлету, Рокки? Хорошо. Три, два, один. До встречи, Рокки! Спасибо за вашу помощь, ребята. До новых встреч. Эвакуатор Том.
Оу, парк выглядит так необычно сегодня. Интересно, почему? Привет, Кэрри. Здравствуй, Генри. Что сегодня за праздник? День мертвых? Что это? Это мексиканский традиционный праздник памяти всех умерших? Например, твоего дедушки? А, это очень мило, Генри. Как здесь весело и красочно! Оу, так ты превратил это дерево в алтарь для твоего дедушки? Это называется офренда? Понятно. Это означает подношение по-испански. Упс. Ой-ой. О, нет, Генри, кажется, ты проколол колесо. Хорошая идея, Кэрри. Том сможет починить Генри у себя в гараже. Почему бы тебе не позвонить ему? Привет, Том. Здравствуй, малыш Том. Нам нужна помощь в парке. Генри проколол свое колесо об гвоздь. Ты можешь быстро приехать? О, отлично. Поехали. Не переживай, Генри. Том здесь, чтобы забрать тебя в свой гараж и починить. Мы скоро вернемся, Кэрри. Он наехал на гвоздь. Ты можешь все исправить? Отличная новость. Приступаем. Вот твое новое колесо, Генри. Оно даже лучше прежнего. Теперь Генри может ехать обратно, Том? Нет? У тебя есть еще один сюрприз. Оу, да это же грим! Том, Генри хочет узнать, сможешь ли ты разукрасить его лицо в виде традиционного изображения Катрины. Здорово! Давай попробуем! Какие замечательные цвета! Oh.
Очень красиво. Ты настоящий профессионал, Том. Ух ты, выглядит потрясающе. Ну как тебе, Генри? Ты прав. Идеально для праздника мертвых. Ну что же, вот ты снова и на колесах. Ты готов вернуться обратно на фестиваль? Спасибо за вашу помощь, ребята. Вы просто молодцы. Эй, смотри, Генри. Том и малыш Том привезли еще подношение для твоего дедушки. О, вы так здорово разукрашены, ребята! Какое счастье, что тебя так быстро починили, и ты можешь отметить День мертвых, Генри. Веселись! До свидания, друзья! Скоро увидимся! Эвакуатор Том. Привет, ребята! Куда вы так торопитесь? А, вы помогаете Санта-Клаусу доставлять подарки к Рождеству? Осторожнее, малыш Чарли! О, нет, малыш Чарли, ты в порядке? Нам стоит позвать эвакуатора Тома. Привет, ребята. Эй, малыш Том, кажется, тебе нужно было украшать елку этими конфетами. Послушайте, малыш Чарли помогал почтовой машине Питеру доставлять рождественские подарки, но случайно врезался в большую праздничную елку. Вы поможете ему? Замечательно. Вперед! Держись, малыш Чарли. Том и малыш Том уже едут к тебе. Смотри, вот и они. Вот так. С чего начнем, Том? Нам нужно заменить эти фары. Отличный выбор, малыш Том. Так-то лучше. Малыш Чарли, пожалуйста, включи-ка свои фары. Отлично! Что дальше, Том? Что случилось, малыш Чарли? Ты не можешь завестись? Ты думаешь, что двигатель промок из-за снега? Что же нам делать? Малыш Чарли, иди-ка сюда. Сработало! Малыш Чарли, попытайся снова запустить свой двигатель. Превосходно! Малыш Том, ты можешь поднять малыша Чарли? Ага.
Замечательно! Что это там у тебя? Шипованные колеса! Идеально! Теперь передвигаться по льду и снегу будет более безопасно, малыш Чарли. Вот так, малыш Чарли, как себя чувствуешь? Ха-ха, вот это настрой! Давай-ка отправимся обратно на снег. О, привет, Питер! Малыш Чарли как раз собирался к тебе. Ого, у тебя есть посылка для Тома и малыша Тома? Питер, малыш Том спрашивает, можно ли ему открыть свой рождественский подарок. Конечно, ты можешь его открыть, малыш Том, но только в Рождество. Спасибо вам, Том и малыш Том. Счастливого Рождества. До новых встреч, друзья. Эвакуатор Том. Привет, ребята. Чудесный день для рыбалки, не так ли? Почему бы тебе не присоединиться, малыш Том? О, ты не умеешь ловить рыбу? Что ж, может быть, твой папа тебя научит? Эй, смотрите, у Генри клюет! Ух ты, это должно быть большая рыба! Ой-ой! Упс! Держись, Генри! Мы вытащим тебя отсюда! Малыш Том, Генри, нужна помощь! Ты не мог бы позвать своего папу? Привет, Том! Малыш Том приехал к тебе! У Генри случилась беда на рыбалке! Ты можешь привести его сюда? Спасибо, Том! Поехали! Он около пруда вместе с Джереми. Не переживай, Генри. Том приехал тебе на помощь. Отлично. Давай вернемся в гараж. Итак, что нужно чинить? Ага, треснуло заднее стекло и внутрь попала вода. Сможешь все исправить? Здорово, тогда приступим. С чего начнем, Том? Да, с нового стекла. Так, уже намного лучше, Генри. Теперь мы будем сушить обивку, Генри. Ого, как много воды! Прекрасная идея. Вентилятор быстро высушит Генри. Есть еще мысли, Том?
О, эта удочка намного прочнее Генри. С такой ты вытащишь любую рыбу. Похоже, все готово. Какая приманка, малыш Том! Выглядит как гоночная машина. Это для Генри. Что думаешь, Генри? Теперь, когда ты снова сухой и целый, можно ехать обратно, Генри? Спасибо за вашу помощь, ребята. Вы такие молодцы. Давайте же вернемся на рыбалку. Веселитесь. Отличный улов, малыш Том. У тебя неплохо получается. До свидания, друзья. До новых встреч. У тебя, а? Мэтт, пончики для праздника пончиков? Выглядит аппетитно. А у тебя есть с присыпкой? Осторожно! Эта машина едет слишком быстро. Скорее, Мэтт, останови ее! О нет, твои пончики! Осторожно, Марли! Внимание, Генри! Здесь повсюду пончики! Ох, бедняги! Вы в порядке? Лучше позвать эвакуатора Тома. Нам нужно починить вас двоих. Привет, Том. Занят? О, ты печешь, понятно. Марли и Генри попали в аварию. Им нужна твоя помощь. Хорошо, в путь. Том приехал. Я же говорил, он всегда рад прийти на помощь друзьям. Какой ужас! Думаю, лучше починить их у тебя в гараже, Том. Тебе придется отвезти их по очереди. Подождешь, Марли? Хорошо, поехали скорее. Так, хорошо, Том. Вот мы и приехали. Генри пока подождет. Итак, Том, давай их починим. Тебе нужно поторопиться. У тебя же что-то стоит в духовке. Мы же не хотим, чтобы оно сгорело. Скорее приступим к работе. Случайно поставил большие колеса Марли на маленькую машинку Генри. Генри, это колеса Марли, не твои. Мама,
Генри, вернись! Генри, ты нас слышишь? Куда ты едешь? Вернись! Эй! Ага! Извини, Марли, Генри слишком обрадовался твоим колесам. Не так уж часто такая маленькая машинка может почувствовать себя монстр-траком. Генри, ну правда, ты делаешь пончики в траве? Ты уже один раз попал в аварию. Верно, Том. Эти колеса принадлежат Марли, а не тебе. Генри, ты не сможешь оставить их себе. Они не твои. Тебе бы понравилось, если бы кто-то взял что-нибудь твое без спроса. Ты их вернешь? Хорошо, это правильно. Давайте вернемся в гараж к Тому. Так намного лучше. Как себя чувствуешь, Марли? Спасибо, что вернул Марли его колеса, Генри. Это очень благородно. Погоди-ка минуту, Том. Твоя духовка. Ты закончил печь? Пончики! Кто-нибудь проголодался? Эвакуатор Том. Привет, друзья! Том, ты учишь малыша Тома играть в баскетбол? Как здорово! Эй, будь осторожен с тросом! Это может быть опасно! Теперь вы запутались. Как глупо. Джереми, тебе стоило объехать по кругу с другой стороны, чтобы не запутаться. Что случилось? О, нет, трос застрял. Давайте-ка позовем эвакуатора Тома, чтобы он вам помог. Эй, ребята! Джереми и Чарли запутались в тросе, Чарли! Вы можете поехать и помочь им? Ты прав, Том. Они сами виноваты, что попались в такую ловушку. Ты собираешься отбуксировать их в гараж и починить? Что ж, вот наша проблема. Трос запутался в твоем колесе, Чарли. Малыш Том, можешь привести кусачки по металлу? Будь осторожен, они очень острые. Ну что, так лучше, ребята? Ого, не так быстро, друзья! Тому все еще нужно вас починить.
не так ли, Том? Малыш Том, можешь привезти трос из шкафа? Спасибо, малыш Том. Кое-чего не хватает. Правильно, нам нужен крюк. Еще одна вещь, малыш Том. Можешь привезти своему папе ломик? Ты готов! Но помни, что с краном нужно быть осторожным, Чарли. Это может быть очень опасно. Спасибо, Том. Спасибо, малыш Том. Малыш Том, куда ты едешь? Малыш Том, ты зацепился за Чарли. Том, тебе стоит сказать ему об этом. До новых встреч, друзья!